Весной 1829 года в Черном море русский патрульный бриг «Меркурий» принял неравный бой с двумя турецкими линейными кораблями. У турок было в 10 раз больше орудий. Они не сомневались в легком успехе. Но бой завершился полным разгромом османов. Лавры этой блестящей победы принадлежат командиру «Меркурия» капитан-лейтенанту Александру Казарскому. Он родился в 1797 году в городке Дубровна, который тогда входил в состав Белорусской губернии. На морскую службу поступил в 14 лет. Казарский отличался отвагой и принципиальностью. Экипажу «Меркурия» он приказал не сдаваться в плен и, если понадобится, взорвать бриг. Имя героя узнала вся империя. Его повысили в звании и наградили орденом Святого Георгия. Казарский дружил с Пушкиным, который запечатлел его в одном из своих рисунков. Жизнь капитана трагически оборвалась, когда ему было 36 лет, но память о герое жива до сих пор. Первый памятник в Севастополе посвятили ему. В его честь назвали несколько кораблей русского и советского флота. Имя Казарского стало настоящим символом мужества и героизма.